Спрашивающий говорит, каково шариатское постановление постоянного чтения суры Кахф в каждую пятницу? И является ли непрерывность и неоставление этого нововведением? Проявлять постоянство в этом дозволено, и нет в этом сомнения. Как в чтении этой суры каждую пятницу есть достоинство. Да, и в чтении ее каждую пятницу есть польза. Как это установлено в достоверности?